Так, после Веры Павловой детская книжечка. Обратимся опять к рубрике 0+. Энигма. Вот такая легкая книжечка. Ну, мне нравится этот стиль и как это все обыграно. В общем, история такая незамысловатая про дружбу лесную и про гонки, про азарт, про психологию, про то, что все мы разные, но все мы вместе. Вот такие там три главных персонажа друга. Убойная белочка, очкарик. Такая Дуська и спортсмен Заяц. Вот такой вот акварельный лес. Перспектива такая интересная в этой книжке. Общем, они обсуждают гонки. И черепаха говорит: «А чем черт не шутит? Может, я в этом году выиграю гонки?» Ну, эти двое ржут тихо, но виду не показывают, чтобы ее не расстроить. Вот такие все они трогательные друзья. Это белочка такая. Ну, белочка надеется на свою победу. Она там вся такая очкарик, разрабатывает модели коньков, какие-то у нее идеи. А заяц, он вот просто берет силой и ржет над ней, мол, да выиграю я, как всегда. Он самый амбициозный тут. Вот, и принимает как оскорбление все поползновения белочки, а белочка не понимает, что это он, что это он. Ну, черепаха самая из них тактичная. Говорит белочке: «Ну, блин, человек хочет выиграть, а ты тут со своими усовершенствованиями. Ты бы молчала лучше бы». Ну, вот такое все очень легкое. И вот он умчался, дабы показать свою силу. Они там остались где-то сзади. Вот очень как-то движение хорошо здесь это передается. Прям ты чувствуешь, как он стремительно от них удаляется. И вот эти вот деревья, которые кто вверх, кто вниз, кто вбок. Очень, в общем-то, динамичная книжка. Птицы. Тоже вот этот блуждающий простой карандаш. Вот эта черепаха разъясняет белочке, что ну помолчи, ну не расстраивай ты. А это там тренируется изо всех сил. Елочки такие лихие.